итогам работы округа грамотами и благодарностями главы города и местной администрации наградили самых активных станичников. Каждый из них внес свой вклад в социально-экономическое развитие станицы, а значит и Анапы. Хочу вам сказать спасибо за тот труд, который вы делаете сегодня. Все вкладываете свою лепту Благовещенскую. От всей души всех поздравляем с наступающим праздником. Желаем счастья, здоровья, успехов и процветания. И то, что вы делаете сегодня, собираетесь таким коллективом, передайте своему младшему поколению. Будьте здоровы, будьте счастливы. С наступающим вам годом. От Совета муниципального образования поздравить вас с наступающим Новым годом. Дорогие наши, мы хотим, чтобы в этой станице всегда был мир, в этой станице всегда была любовь и уважение друг к другу. Берегите себя и берегите близких. Будьте счастливы. С наступающим Новым годом! Проводили уходящий год станичники в теплой атмосфере за накрытыми столами. Весь вечер гостей своим творчеством радовали местные коллективы и ансамбль «Есаул» из городского театра. За Кубанью!